Здравствуйте, с вами снова Дмитрий Кухтенков, и следующая инструкция, как, ну, скажем так, запустить вирусный эффект, опять же, через социальную сеть «Мой мир» и раскрутить наше видео. В первую очередь, здесь что нужно делать, да, когда вы заходите по ссылочке, нужно обязательно поставить оценочку, желательно добавить в избранное. Номинировать на конкурс это платно, кнопочку «Нравится» обязательно нажать, показать друзьям, здесь написать текст, к примеру, да, просто напишем банально «Смотреть до конца», так, поделиться. Так, опубликовать это, если у вас есть свой блог или сайт, вы можете опубликовать это видео. Вот, и еще нас интересует вот эта вот классная кнопочка «Отправить другу». Здесь мы выбираем друзей, или через контакты mail-агента, или через список друзей. Давайте попробуем через контакты mail-агента. Вот, сейчас оно будет загружаться. Подождем. Так, нажимаем на кнопочку «Выбрать всех». Когда много друзей, что-то компьютер, точнее интернет или социальный сеть «Мой мир» притормаживает. Осел пустился вскачь, и повозка ехала в ворот. Все, мы выбрали весь список друзей, и теперь, в принципе, здесь можем написать любой текст. Вот. Ну, оставим так, как есть. Нажимаем кнопочку «Отправить». Красная принцесса. И представление... Все, вот так можно создать вирусный эффект. Легко и не напрягаясь. Поделиться с друзьями. Ну и, соответственно, чем больше людей посмотрит наш видеоролик, тем больше людей зарегистрируется. Всем пока, всем удачи!